Всем, кто сейчас смотрит канал Райская усадьба, привет! Сегодня у нас 19 июля 2017 года. Не совсем обычный проект. С виду обычная теплица. Но теплица состоит из двух секций. Секция 2 метра и 6 метров. Каркас выполнен из трубы профильной. 20 на 20, окрашен полимерно порошковую покраску. Метизы используются М6. Поликарбонат на теплице будет толщиной 10 миллиметров, фирмы Карбокласс, с ультрафиолетовой защитой. Теплица устанавливается на брус клиента. Монтаж пластиковой двери. Изначально из проема вытащили дверь. Сейчас устанавливаем сам проем. Что мы делаем? Выравниваем дверь плоскости с торцом теплицы. Размечаем отверстие 130 миллиметров, 4 штуки, снизу, сверху и одну по центру блока. Защелкивается профиль, также он закрывает щель. Также устанавливается крючочек. Для фиксации двери в открытом состоянии. Ну и в общем-то все. Готово. В глаза сразу бросается пластиковая дверь. Значит, для чего это сделано? Для того, чтобы ранней-ранней весной или поздней-поздней осенью собирать урожай, чтобы в теплице было тепло. То есть дверь пластиковая, поликарбонат 10 миллиметров. Теперь далее. Размер у нас 3 метра на 8 метров. Сделана перегородка, делит на 2-6-метровую секцию теплица. Также установлены у нас грядки по размеру заказчика. 3 грядки, 2 поуже по краям, 1 пошире в серединке. В перегородке установлены 2 распашонки, я их называю. То есть 2 узенькие дверки, которые, открываясь, не загораживают, не съедают пространство полезное. Также в теплице есть у нас укосы на диагональке. С другого торца также пластиковая дверь. Каркас теплицы, кстати, у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковым способом. И сверху приварен усилитель. Сварные швы, обращаю внимание, выполнены в круговую, что исключает подтекание конденсата из полости трубы. А конденсат обычно не очень красивого цвета, то есть он не будет портить внешний вид конструкции. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Сама теплица стоит на деревянном основании, выполнена из бруса 100 на 150, пропитанного, промазанного. Поликарбонат стыкуется между собой и стыковочным профилем системы база-крышка. Участок имеет у нас перепад высот. То есть получается, один край теплицы у нас в уровень с землей, другой край поднят над землей с помощью уже бетонного основания.
поверх бетона брус, к брусу каркас. Теплица получилась прочной, то есть помимо того, что жесткий каркас, также дополнительную жесткость дает поликарбонат толщиной 10 мм. В принципе, теплицы не страшны никакие погодные катаклизмы. Вот так это все выглядит снизу. На этом, пожалуй, будем прощаться. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!